Всем привет, меня зовут Данил Лахов, я шеф-повар компании Боско в заведении «Ласточки». Я принял шеф-челлендж-рулет от Сергея Ярославцева, шеф-повара ресторана «All Seasons». Я приготовил выдержанную утиную грудку в подкопченном сливочном масле с жареным баклажаном в углях, подал к нему соус утиный жук на основе прекрасного коньяка-руле, добавил туда лесные грибы хопят, и, конечно же, крем-соус из подкопченной икринерки. Я думаю, что это блюдо очень прекрасно подойдет к этому коньяку. И передаю шеф-челлендж-рулет Игорю Шиянову, шеф-повару гастробар по-тихому в городе Сочи. Удачи, ребят!